что 12 сентября 2015 года в Тульской области стартует акция «Кислород городам». Начало этой акции будет положено в Тульском парке Белоусском 12 сентября в 10 часов 30 минут. Планируется высадить порядка 250 деревьев. И далее уже в крупных промышленных центрах, таких как Новомосковск, город Тула, Щекино, Алексин, будут высажены дополнительные деревья, и акция продлится где-то у нас до середины октября. Мы ожидаем, что будет высажено более 1000 деревьев. Основные породы – это липа и клен. Хотел бы обратить внимание, что 12 сентября, помимо того, что в акции будут участвовать и члены правительства Тульской области, губернатор Тульской области Вадим Сергеевич Грузев, депутаты Тульской областной городской думы, также активное участие изъявили принять трудовые коллективы крупных промышленных предприятий, а также общественные организации. Поэтому всех ждем на акцию. Часть деревьев будет высажена? Ну, как вы, наверное, уже знаете, Министерством природных ресурсов была озвучена акция, и сегодня мы выбирали эмблему нашей акции. Поступило в министерство 21 эскиз 9, скажем так, авторов. Сегодня мы избрали победителя. Победителем по итогам голосования была выбрана Музыкантова Наталья с проектом. Дорогие друзья, сегодня мы собрались с вами в Центральном парке для того, чтобы провести экологическую акцию «Кислород городам». Целью акции является воспитание ответственного и бережного отношения граждан к окружающей среде, формирование основ экологической культуры населения, способствование воспитанию и производству зеленого фонда. В мероприятии принимает участие губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Дорогие тульяки, во-первых, я хочу всех поздравить с праздником, с Днем города-героя Тулы, Днем Тульской области. Хочу пожелать всем успехов, удачи, здоровья. Ну и вот сегодня у нас очень хорошая акция. Мы вместе, все вместе с вами будем высаживать аллею. Ну, вы, наверное, помните, когда еще 2 года назад здесь, в улице Рабочего полка, были уже такие старые, такие уже, так сказать, большие умирающие деревья. И когда мы привели здесь все в порядок, то появилась идея сделать нормальную велосипедную дорожку, которую можно будет зимой использовать для дорожки, для лыжной трассы. Ну и для Тулы, как для города, в котором очень много промышленности, конечно, вопрос экологии, он очень важен. И мы сегодня вот совместно с нашими промышленными предприятиями, с питомником Саватеевским, вместе с вами сегодня высадим большую аллею, более 1 километра. Уверен, это только начало. Я думаю, что нас поддержат не только жители города, но и жители всей области. Начинание хорошее, и программа «Кислород городам» стартует в том числе и в нашей области, в нашем городе. С праздником вас! Участники акции, пришло время приступить к посадке.